В этом году на дорогах Ямала в рамках реализации нацпроекта «Безопасные и качественные дороги» установят 8 комплексов автоматической фото-видеофиксации нарушений ПДД, которые состоят из 10 камер. Работа комплексов фото-видеофиксации доказала более чем двукратное снижение количества аварий с пострадавшими в зонах действия камер. ГИБДД совместно с окружным департаментом региональной безопасности провела анализ состояния аварийности на автодорогах округа. Все предложенные места установки комплексов были детально обследованы и определены первоочередные точки. Так, 3 комплекса появятся на улицах Ноябрьска, 2 на дороге Сургут-Салехард, по одному в Надыме и на автодороге Ноябрьск-Вангапуровский. На Ямале камеры фото-видеофиксации на дорогах устанавливают с 2019 года. На начало текущего года функционируют 144 стационарные камеры, это 60 комплексов, 14 передвижных комплексов фото-видеофиксации, 4 мобильных комплекса видеофиксации «Паркон».